после нашей тыря. Я позвонил, спросил. Тогда мне вот сказала Гульнар, что да, она хочет выспаться, она устала, до вечера поспит, потом проснется. А почему я в 2 звонил и в 3? Потому что в 2 я позвонил и разъяснил ситуацию, а Гульнар сказала, что ей нужно время посмотреть. И поэтому я потом ей перезванивал, но она не брала трубку. Поэтому я в 3 написал ей сообщение, потому что не мог дозвониться. Она на него так ответила. Потом где-то позже, вот в 3:50, я уже дозвонился до нее. И в процессе, вот когда она говорит, работаю, я понимал это так, что она... Я же попросил ее, почитайте там, чтобы она быстрее восстановилась, что она вот в настоящий момент занимается этим. Поэтому перезванивал. А когда она не брала, я думал, что... Ну, наверное, она в этот момент читает там свои молитвы, чтобы быстрее солдат восстановился.